Так, значит, я вылетел, и у меня в доме оказался совершенно незнакомый мне человек. Ладненько, друзья, всех приветствую. Так, мы не закончили еще с тем самым, чем начинали. Поэтому, GetHere 577, ты пэшем себе своих ребят. Здравствуйте, здравствуйте. О, еще один какой-то гопник. Эй, это случайно не нападение или какое-нибудь? Гитхэры, но. Привет. Гитхэры один, 577. Че, он типа вышел, что ли, 97? Ладно, 97, давай. Это вообще не те люди! Они перезашли! Блин, я извиняюсь тех, кого я тпшнул. Видимо, то, что вы зашли, а те перезашли, ребята. Во. Теперь Кирилл у нас 878 ID. То Вероника, извиняюсь, что тпшнул. Влад, тоже извиняюсь. Там, где вы были, могу вас обратно тпшнуть. Так. F-меню. Ребята, в прошлых сериях я взял к себе Влада. Где он? О, он уже вышел. А нет, Дима, извиняюсь. Дима Гусейн. 445. Он посторонний пока что. Ой, я извиняюсь за то, что я спаливаю номера телефонов, но, друзья, я надеюсь, то, что вы не будете заколебывать членов моей банды, но, к сожалению, я из-за этого, ну, извините, в общем, меня, члены моей банды меня извините, ну, не могу я ничего с этого поделать. Так, значит, Даня молодой, тоже у нас посторонний. Блин, было бы идеально. Давайте я немножко отойду от них. Значит, было бы идеально, если бы я тпшнул бы их к себе домой. Мы бы обо всем бы поговорили. А, давайте в гараж тпшну, кстати. Войти. Опа-на. Вот это хорошая идея. О, а тут там мясо просто творится. 8-7-8. Ля, машина опять. Чего такое? Тачку потерял? До машину забирал, но со штраф. Так, я что думаю, пока Потом Кирилл мне начинается. На свою страницу напишешь. Ладно, Кирюх, пока ты его тут инструктируешь, я, может быть, мне удастся, я, может быть, не удастся, еще кого-нибудь принять, то есть найти максимально РП-трушного чувака адекватного Ага. и закинуть его. Сильно много брать не буду, то есть вот за сегодня будет два человека, первый это уже Дима, вот второго сейчас буду искать. То есть где-то Да. каждый день будет прибавляться по два Попробуй человека. тогда сейчас. Пока его ознакомь его пока совсем. То есть Ну, Даня пока это молодой, я точно, думаю, он да. с тобой в Дискорде, да, ты там обо всем и так ему Да, расскажешь. да, да. Ну все, я понял. Да. Че? Так, ну и все, короче. Так, ну дом ты вроде, да, открыл, все нормально, да. Дом я, да, открыл. Кстати, а в гараж же не каждый может зайти, правильно? Вы же сейчас сможете выйти? Он закрытый? Закрытый? Да. Ну вы сейчас сможете выйти, да, из него, то есть легко. Думаю, да. Если что, общественные мероприятия будем здесь собирать. Он будет всегда закрытый, а дом открытый. То есть здесь у нас будет чисто переговорное для всех. Может, какое-то построение там и так далее. Я думаю, это идеальный вариант. Ага. Все. Ну и все. Так, что... Так, это машина-то банды занесешь, нет, которые тогда привезли то ешку с огурцом. Точно! Я забыл их в банду закинуть. Точно. Ну давай сейчас это сделаем. Здорово, здорово, пацаны. Сейчас, одну секунду, я занимаюсь автомобилями. Подождите, пока не мешайте. Секунду одну. О, Мерс уже на номерах какого-то хрена. Кто-то повесил. Ну, в принципе, респект. Роллс-Ройс, Тесла, Мерседес. А чё ещё? Паша АПЛ, здравствуйте. Можно вступить на счёт? Я акулу еще покупал. Вот, пожалуйста, две тачки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ребят, подождите, мне нужно... Тихо-тихо-тихо, аккуратно. Нужно тачки в бригаду заслать. Так, два автомобиля я покупал. Вы проходите собеседование или... Нет, это как раз у меня есть навыки владения на оружие. Тихо! Тихо! Блин! Успел! Это моя вина! Это моя тупая вина, то, что я не отогнал автомобиль вовремя. Давайте Ешку хотя бы отгоним. Ну что ж такое? Паша, бараш. Так. Пацаны, отойдите нахрен. Я же тебе сказал, что вечером будет, что ты клоунадничаешь. Так, что там, Кирилл, покажи, куда мне припарковать машину. Так, вот сюда, дайте мне сюда. Давай сюда. Пацаны, отойдите. И
мешать. О, вот здесь нормально будет, я думаю. Паша, а можно рядом свою камри припарковать? Сюда, сюда, вторую. Да. Отойдите. И припарковать как припарковать? Так, я забыл. Какая там команда припарковать, я забыл. Парк. А, парк, точно. На двоечку, на змея клавиш. Паша, ты видос снимаешь или нет? Транспорт при... Бодиборн, команда Q. Спасибо, Боди, за команду. Я нуб, но не настолько. Бля! Мусор на базе проехал, меня задавил. Мусор, уйди. Аккуратно. Ты чё ты давишь? Я извиняюсь, никого не хотел оскорбить. Извиняюсь. Мусор это я. Может быть, это добросовестный полицейский. Так, ребята, дайте я припаркую, пацанчики. Ну что вы там, ребятухи, дайте пропарковать? Выйдите из тачки. Тут какая-то жопа творится. Да что? Это админ! Это читер! Идеально! Это читер был! Твою дивизию, теперь у меня банан еще и не сделан! И я еще кикнул в подозрение. Отлично! Я так люблю! А все, в принципе, могло быть иначе. Я просто, когда хомы водил, случайно нажал какую-то говно. Ладно, ребят, сейчас перезайдем. Господи. О, банан-то пыхнули. Отлично. За что я переживаю, кстати? Я же могу сам ремонтировать автомобили. Господи. Дебил. Как всегда, от жизни отстал. Так, немножко подглючу. Да кто у нас тут заезжает на мотоциклах? А, через калитку люди заезжают. Да, господин милиционер, проезжайте, я вам открыл ворота. Это не милиционер, это мусорах. Это мусорах. Так, паркуй. Блин, ну, конечно же, акула. Раз 500. Все, транспорт припаркован. Отлично. Так, ну, в принципе, что? Со своей задачей... Так, парни, что? Со своей задачей на сегодня здесь, в наших краях, я справился. Тут у меня сегодня взял бригаду одного человечка. Сразу всем хочу заявить, каким образом я делаю набор. Делаю набор, ребята, очень интересным и, можно с одной стороны сказать, справедливым, а с другой стороны не очень справедливым. Потому что как это происходит? Я тупо езжу по области, выбираю любого чувака, который кажется мне обычным простым человеком, будь то либо дальнобойщик, автомеханик, ремонтник дорог, неважно, там слесарь какой-нибудь. Начинаю с ним диалог, если он... Мне, ну не то чтобы мне нравится, а если я вижу, что он по всем критериям подходит, он и РП-трушный, и адекватный, и нету у него плохих привычек, такие как, например, там ругаться матом и прочее, то, естественно, с ним я провожу беседу РП-шную, если он ее проходит, я беру к себе его в бригаду. Пока что прошел только один человек, вот, я поручил своему заместителю Кириллу провести с ним беседу, он будет его... ему его всего всему обучать. Вот. Ну и сейчас вот я припарковал еще две новые тачки, как вы видите. Так, все, ребят, я вернусь, но чуть попозже. Спасибо большое. Паша, пожми руку, пожми. Блин, никому не в обиду, ребят, но придется мне. А давайте, кстати, сделаем скриншотик. Люблю скриншотики делать. Личные настройки, ники над игроками. Так, друзья. Пишите вы тоже в комментариях, куда мне залететь с этой задачей, какую там организацию, чтобы взять к себе максимально РП-трушных ребят. Укрыться, плохое самочувствие. Ребята, помогите мне, пожалуйста, друзья, помогите. Ой-ой-ой-ой-ой. Поможете, друзья мои. Есть у вас таблетка, либо медицинская, какой-нибудь медицинский препарат? Что это было только что? Помеха. Это будет круто, кстати, если его кикнули. Ну-ка. Чисто админ тогда следит. По-красивому. Опа. Заспавнили.
Давайте сделаем эту тачку. Или хотя нет, сделать ее механик. Давайте вот здесь вот, типа, мне плохо. Положение. Плохое самочувствие. Помогите мне, пожалуйста. Во! Походу здесь обо мне не в курсе. Ну, наконец-таки. Меня не знают, не признают. Но немножко меня обижает то, что я, например, как простой гражданин. Забанил игрока Артемка на 30 дней. Ожидайте бана вечного. Нормально. Нифига себе, он обидел игрока Романа. Ой, админа. Очень плохое самочувствие. Ну помогите мне! Помогите! Помогите! Помогите кто-нибудь! Нам надо отправить, тебе ничего нет при себе. Так бы помог. Ты это терпи. Чем? Ну, дал бы лекарство, так чуть ничего нет в карманах. Так у вас же тут в аптечка должна быть на рабочем посту. Не, не завезли еще. Я же могу умереть. Посмотрите, может быть, у вас есть аптечки. Ну, хотя бы РП, пацаны, отыграйте. Может быть, есть, ну, у кого-нибудь в машине, там, я не знаю. Ну, кто подсуетился? Никто. Никто. Нет, и все. Извините. Эх, ну ладно. Так, а ну-ка, стоп. Да, всем, в принципе, пофиг. Ладно, меня радуют две вещи. Одна меня радует, другая не радует. Короче, радует то, что тут меня никто не узнал, или прикидывается, что меня не узнали, но все равно радует. Во-вторых, не радует то, что, ну, типа, если бы в реальной жизни загибался бы человек, ну, можно было бы пройтись по тачкам, можно было бы зайти в личную комнату, и по-любому есть медпункт, тут, я не знаю, ну, шкафчик какой-нибудь с чем-нибудь, какими-нибудь таблетками. Но отыграть РП можно было бы в любом случае. Вот что и, собственно, не хватает на любом сервере. Отыгровки, РП. И если вы будете отлично отыгрывать РП, вас полюбасу заметят. Смотрите, какой кабан подогнали. Хороший. Хороший, красивый, красивый. Ладно, сделать нам здесь нечего. Аним, ой, какой аним. Погнали дальше. Это что? Так. Походу дела не очень. Давайте кому-нибудь тпхнемся. Гетхэре. Гетхэре. Тен 13, предположим. Зачем я его тпшнул к себе? Гото. Зачем я его тпшнул к себе? Боже мой, я извиняюсь! Я извиняюсь перед тобой! Чувак в шоке! Я этого мента случайно тпхнул! Так! 16! И! Го! Гетхэре! Так! Быстрее! Ну, Гетхэре! Не пойму. Он что, вышел? Походу он вышел. Нет, он здесь! Мне нужно спасти. Старички поняли, что какую дичь я сотворил? Гетхэре, ну. Гетхэре. 13. Такого игрока нет. Все, он вышел. Понятно, я просто не, тупо не успел. Как его звали? Лоис. Ит. Ло. Луис. Паш. Да-да-да. Тебе выдали эту городскую админку? Че ты говоришь? Да-да-да. Да я тут это самое.
Фигню одну сотворил, сейчас мне чувака надо выслеживать. Перепутал, прикинь, команды ТП-шнуться к игроку, либо от игрока. Я случайно в полете чувака к себе ТП-хнул. Сейчас я его обратно. А какой ник, я его давай помогу. Он вышел из игры, я сейчас жду, пока он зайдет. Угу. Был 13-й ID. Ты что, изучаешь или что? Да я-то все изучил. Томми, давай, ушел. Че, он заходит, нет? Лойс. Розенбаум. Ладно, ничего страшного. В принципе. В принципе, да, ничего. Слушай, Мак... так, сейчас, одну секунду. Как его зовут? Я уже забыл. Я слушаю. Макс. Томми, уйди в спек, я тебе говорю. Слушай, Макс, такой вопрос. Тут же есть эти самые священники? Сейчас, секунду. Всякие священники, там вот это вот все. Есть скин такой. Я знаю, что есть скин. Короче, знаешь, что я тут подумал? Знаешь, что я тут подумал? Да. Да, есть церковь. А что если, вот я сейчас создаю свою новую бригаду, у меня нет цели завоевывать территории, но у меня есть цель просто так, сейчас, на секунду. Людей. Да, РП-хать, РП-хать. Так, какой у него ID? 400. Что, хочешь, чтобы что-то в церковь пришло? Алло. Товарищ полковник, я извиняюсь за то, что я сделал. Случайно, чисто случайно. Я не смог вас спасти, к сожалению. Я пытался это сделать всеми способами. Приношу свои извинения. Привет, привет. Привет, привет. Ну, пару секунду. Ну что, поговорим? Поговорим. Так, походу сейчас будет разговор. Я слушаю вас. Ну смотри, почему меня твой зам оскорбляет? Как оскорбляет? А, обезьянам, клоуну, всякое такое, слиты. А ты с ним знаком вообще до этого был? Да. Кто, а, может быть, у вас какая-то личная неприязнь? Нет, смотри, такая ситуация. Я приехал... Меня слышно? Да, говори. А, смотри, я приехал на свою территорию, хотел прийти к себе в банду. Ну, в ОПГ твой. А, суть в том, зашел я в дом, там был набор, наверное. Такой говорит, Кирилл мне, обезьяна, выйди отсюда. Я такой, чего? За слова отвечает свои. Он такой, слышь, клоун, вали отсюда, я ушел. Ну вот. Ну, на самом деле, не могу никого осуждать. Я же не знаю, какие у вас тесные, там, Слава, личные какие-то найти. Отношения. Слава. Во-первых. А во-вторых, Слава. Ну, видишь, в любом случае, он, типа, строит из себя бандита, как обычно ведут себя бандиты с полицейскими. То я есть, ну, позволяет себе. Разрешено оскорблять. Ну, не жестко оскорблять, а просто можно материться. Нет, я это понимаю, но не смотри, запрещено. Так, если бы я тебя оскорбил клоном, смотри, что бы ты сделал? Так я вот, бы... надо отомстить да ему. Нельзя, да я это собираюсь сделать. Каким образом? Я как лидер своей ОПГ хочу узнать. Вот это хорошее намерение. Вот за это чисто вот реально хочется пожать тебе руку. А вот пашу, вообще, пашу, молодец, да. Хорошее намерение. Спасибо вам, я уж никогда не забуду. Братуха, перестань. Ты чё? Клянусь.